I believe the power of love. Друзья, с вами я, Скитермен, и сегодня я буду обозревать игру Contract Wars Online Shooter ВКонтакте. Так, то есть я не буду обзор, ну потому что я расскажу вам все, кто тут кнопки, и поиграю один раунд, можно сказать, все. Так. Быстрая игра. Вам определяют любую карту на любом режиме, и вы начинаете играть. Сет первого оружия. Это то, что вы, как бы сказать, вам дается оружие, то есть самое первое, да? И потом, как, не могу объяснить. Ладно. Так, то, что вы оружие здесь можете покупать за ГП, также и за, как они, короче, за золотые монетки, также и за серебряные. Вот, вот эти вот, да. И вот эти вот, и самое главное, это СП. Так, еще когда с 10 уровня открывается вот эти оружия, а остальные, видите, у меня не открытые. Это открывается с 20, 30 и так далее. А с этого оружия СП я сам никогда не понимал, что это за хрень. Автоматический ДБХ Сайга. Ладно, никогда ничего не понимал в этой хрени. И у меня тут ник Женец. Ладно. Тут можно сделать комплекты купить. То есть, например, сюда сделали оружие, да? И не хотите менять его постоянно. Нажимаете Set2, у вас уже выбранное оружие другое. Нажимаете его. Купить можно. Но у меня не хватает две монетки золотых. Ладно. СП. Это у нас что? Сейчас схожу. Нет. Так. Настройки. Видеоуправление. Ну, то есть все стандартно. Карьера. Тут, вот, где-то вот тут. Тут можно контракты выполнять, самые легкие, средненькие и самые сложные. Так, ближайшее достижение. Разведчик. Достижение выполнено. Ну, то есть сколько достижений выполнено? 3. Место в общем рейтинге. Смешно. Вот здесь. Текущий баланс 3 вот этих, да? Умение бойца. Вот тут можно вот на эти 3 куда-нибудь сделать. Разведчики. Сколько это будет стоить? 4 СП не хватает. 3. О! Что у нас делает там? Мобильность основного оружия. Я никогда не знал, что такое мобильность. 2 магазина к пистолету. В принципе, не пользуюсь. Это я все купил. Давайте я думаю, мобильность или нет. Или нет. Давай, ну просто здесь мы его просто купим, а здесь я пистолетом, в принципе, не пользуюсь. Давайте все-таки разблокируем, а здесь уже дальше можно идти. Да. Так, что, разблокируем, все, норм. Снайпер. Не хватает. Ладно, что у нас тут? Контроль, достижения, рейтинг. Ну, рейтинг всех этих кланов всякие. Можно подать заявку, создать сам свой. Создать его, например, клан тег, цвет клан тега, название клана, максимум 25 символов, штаб-квартира, ссылку надо, пример, базовый клан, расширенный, премиумный, то есть на сколько человек, тут довольно-таки дорого, ладно, это клан войны, вступить, ладно, давайте, можно сказать, приступим к игре. Давайте поиск игр нажмем. Тут можно самостоятельно выбирать, в отличие от быстрой игры. Я уже и забыл, какую там моя любимая карта. Медиа матч. Не. А, вот, БЛ5. Да ведь? Ведь она же моя любимая. А, нет, там другая еще была. Терминал, да. Терминал. Тихо. Пинг. Мне здесь плохо будет. Тогда здесь, да? Терминал. И заходим. Конечно, мало человек. Ну, ладно. Сейчас это узнаем. Это то или та карта или нет. Вроде бы нет. А, да, все, это она. Классно. У нас тут команда БР и какая-то еще. Если сейчас зайду за нее играть, то узнаем. Я действительно давно в эту игру не играл. Раньше она мне сильно нравилась, сейчас что-то, не знаю, разонравилась, можно сказать. Как еще
Ладно, готов. О, вот. Усек. Давайте сюда хочу. Здесь у нас вот снайпер. Я снайперку выбрал. Вот. Тут, если нажать на Q, то можно нажать всякие команды. Поехали. Тут будет. О, классно. Действительно, давно не играл, разучился играть вообще. О, я помню, как тут можно запрыгивать и со снайперки всех мочить. Ой, блин. Блин. Ладно, забьем. Что у нас тут? Давайте со снайперкой. Стоп. Как менять, я точно на колесиках. Я совсем отупел тут. Тут настоящие игроки, никаких ботов. Серия убийств. Как Бэр и Усок. То есть, можно сказать, бандиты и мы. Полиция. Дается еще 3 минуты. Угу. То есть мы 3 раза уже побеждали, когда я еще не заходил. Никого. Сейчас я на их базу уже иду. Никого нету. Слава богу. То я уже. О! Че уже? Я даже ничего сделать не успел. Тут забираться по лестникам, просто нажимать на пробел. Да, просто нажимать на пробел. Так, все. Эй, ты охренел? Кто-то стрелял? Ладно, молодец. Ай, красава. Окей. Я сказал кому-то, что он красава. Не беда. О, это, о. Я видел его. Да блин, я серьезно разучился сильно играть. Я очень разучился играть. Ну и где они теперь? Я вот не вижу. О, паркур мастер. О, на, блин, это не я его убил, да ведь? Да, это не я. Блин. Ай-яй, я упал. Просто упал и поранился. Опять мы в игре никого не убил. Что за тупость? На. Тут можно ранить друг друга. Ну, то есть не ранить, а просто стрелять. Ему кажется, что его ранит, но жизнь не тратится. Только будет какого тратится жизнь, если БР будет его стрелять. А так мы просто ему кажется, красная будет экран и все. Так, где тут кто? Где кто? О. На. О, да. Я убил. О, тут на С приседать, но на английскую. Ну, как и русскую, и как английскую С. Полуовал. О, вижу. Давай. На. Блин. О, я вижу еще одну. Там мой маленький козявка. Ну где ты? Я хочу тебя убить. Давай. Помоги мне убить тебя. Так, Бэр нас еще ни разу не выиграл. Это очень-очень хорошо. Ладно, ничего. Можно наблюдать тут на пробел. Вы наблюдаете за. Уже ни за кем. Все это. Так, для смены режима камеры можно и на него наблюдать, чтобы двигаться. Ну, то есть двигать экран, нужно нажать правой кнопкой и двигать мышкой, тогда вы можете подвинуть вот так-то. Что у нас тут? Я что не могу посмотреть на БР. Блин, сейчас как всегда долго все будет, да? Вот я умер. Остался это какого? Плеер и трое БР. Уже двое. Смешно. И? Установил маяк. Все, сейчас будет пипец настоящий. Он труп. Всем мертв. Он труп.
Давай, ты сможешь, убей их. Главное, ему еще бомбу обезвредить. Кого там стреляешь? Кого там стреляешь? О, тоже вижу. Видит там человечек. Взрыв будет. Че? О, мочи его, красавчик. Там еще один, давай, давай. Убей его. Убей. Интересно. Так, как его писать? У меня всегда была проблема с писанием. Как писать? Фиг поймешь, фиг поймешь. Красавчик, чувак. Всех убил. Троих убил, обезвредил. Маяк. Красавчик. Красавчик. О, то есть лучшие результаты за матч. Два лонгшот. И дудл килл. Я всего одного убил. Какого дудл килла? Дудл килла не было, да? Что за хрень вот это? Лонгшот и ассист. Ассист. Ладно, пофиг. Голосов. Проголосую за него. Выбираю. О, мы за БР теперь. Давайте все-таки два раунда сыграем. Что так? Это плохо сыграли. Не хочется мне плохо играть. Нужно сейчас научиться и сыграть по полной. По полной. Кто у нас тут? О, вижу. Вижу, вижу. Уже нет. Уже нет. Держу какашки на голову. Сяду-ка я. Нет, не сяду-ка я. Ну и где вы? Где вы? Наглецы. О, ты? Нет, блин, мне показалось, там человечек. Это сделал, ну классно. Понятно. О, кто его убил? На. Блин. На. А, мы выиграли. Опять никого не убил, это ж... Бебе. Ладно, сейчас мы разозлились, все по полной. Я разозлился по полной. Не знаю, как вы, но я да. Бежим. Быстрее. И где вы? О, о, о. Ой. Эй, куда там убежал, козявка? Я же видел твои ноги. Ноги твои видел. Внимание. Внимание. На. Свой? Уже не знаю. Ну, блин, я устал стоять на одном месте. Ай, 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 кто? Кто, где, чё? Зачем, за что? А, все, идите в попу, мне страшно. Попендри, идите все. Все, попендри! Я просто лох. Гавар? Ладно. Блин. Моде. Выйти сервер. То есть, если нажать на escape, то ничего не будет. А, кстати, еще на set 2, set 1. Еще то, что смотрите, то, что когда нажимаете на escape в игре, да, у вас выходит на эту менюшку, да? И вы можете, например, у вас такой сет, нажимаете сюда, на сохранить, и в следующем бою у вас будет вот такой сет, да. Вот и в чем. Боксы, я не знаю, что тут за боксы. Если еще, кстати, задание, если выполнять, то будет улучшение у вас. Всякое там улучшение. Как я вам говорил, я давно не играл, все позабыл. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Скейтермен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока.